Привет, Ютубу, привет. Вот очередные покупочки на Алиэкспресс. Долго не буду томить, как говорится, открывать посылку, разбирать. Это никому не интересно. Первая опция — это вот такая ковырялочка. Вот у меня есть одна уже. Ну и тут цена просто смешная. Иногда бывает надо вот так или вот так браться. Вот берешь и выдавливаешь. Вот одна ковырялка. И увидел вот такую, вот китайцы делают, не знаю для чего она там нужна, но факт тот, что ее можно тут немножко загладить. Тут шовчик есть вот такой, и ей успешно где-то в каких-то неудобных местах она пригодится. Это первая позиция. Вторая позиция — это мало точек. Вот такой у нас. Вот такой молоточек. Вес у него 0,5 чего-то там импортного. Вот. Ну, у меня молотков мало, поэтому будет еще один вот такой. Это будет дорабатываться вот эта поверхность. Примерно до вот такого вот вида. Вот есть как бы вот собственно три молотка получается, которые у меня с шариками, окончание шариками. Ну, этот молоток, скажем так, редко очень где применяется, скорее всего это для рихтовки. А вот такие молоточки, вот с такими окончаниями, как раз мне его не хватало. Вот, по диаметру я обработаю его, вышкурю, отполирую металл, и будет еще один молоточек. Ну, поехали дальше. Длина у него, как мы видим, 28 сантиметров. Ну и сейчас посмотрим вес. Вес тут приличный. Вот, я думаю, что его придется немножечко. Вот, 341 грамм. Тяжеловато, я считаю. 341 грамм. Вот, поэтому идея такая, что здесь будет один шарик у меня, здесь второй. Ну и срежу его, чтобы он был весом чуть поменьше, потому что, ну, вот так вот колотить, как бы, ну, тяжеловатый он в руке. Вот, в общем, вот такие вот посылочки с маленькими ништяками. Ссылочки, конечно, как всегда, я выложу под видео, кому интересно, могут посмотреть или же прикупить. Ну, вот и все, такой кратенький обзор. Не буду внимания, так сказать, своих потенциальных зрителей отвлекать. Потихоньку добавляются молоточки. Вот, и, естественно, ими надо работать. Потому что инструмента чем больше, тем интересней. Иногда какой-то диаметр, скажем так, не тот, который нужен. Вот теперь будет еще такой молоточек немножко с другим диаметром. Все это я дорабатываю, делаю под себя, так что инструмент наполовину заводской получается, наполовину хендмейд. Все, всем спасибо, пока-пока.